Сегодня американский шаттл «Эндевр» должен отправиться к МКС. Этот старт станет для челнока 25-м и последним за неполные 20 лет службы в НАСА. Запуск запланирован на 5 вечера по Москве. По плану полет продлится около полумесяца. За это время экипаж несколько раз выйдет в открытый космос. Астронавты установят на МКС новое оборудование. «Эндевр» доставит на станцию спектрометр для изучения космического излучения. С его помощью ученые надеются обнаружить антиматерию и так называемую темную материю. На создание этого прибора ушло 14 лет и 1,5 миллиарда долларов. Шаттл должен был улететь еще в конце апреля, но запуск перенесли из-за технической неисправности. Ну а когда «Эндевр» вернется, он займет свое место в музее Калифорнийского научного центра в Лос-Анджелесе.